С особым вниманием родители девятиклассников слушают специалистов управления образованием. Те рассказывают о правилах проведения государственной итоговой аттестации в этом году. Изменения есть, и они явно в пользу школьников. В прошлом году мы делали пункты проведения экзамена не в своей школе, то есть ребята из нескольких школ приходили в другую школу. Например, в этом году мы решили, что ребята сдают экзамены в своих школах. То есть пункт проведения экзамена – это их родная школа. Правда, это касается экзаменов только по обязательным предметам – русскому языку и математике. Их будет достаточно, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Из необязательных можно выбрать литературу, иностранный, химию, физику, географию, историю, биологию, обществознание и информатику. Всего можно пойти на экзамен по 5 предметам, однако некоторые уже решили ограничиться 2 основными. Девятиклассница Алина Гатаулина готовится только к сдаче русского и математики. Я готовлюсь, я пытаюсь делать, не пропускать уроки, так что я уверена в себе. Школьница пока не решила, пойдет ли она в 10 класс. На родительское собрание Алина пришла с папой. Он за то, чтобы дочка продолжила обучение в школе и все-таки выбрала хотя бы один экзамен по необязательному предмету. Но у нас маленько споры были с ней. Я хочу, чтобы она училась дальше до 11 класса, чтобы потом поступить в институт или еще куда-нибудь. Ну и нагрузку советовал взять там дополнительные экзамены. Там сейчас она у меня на факультатив выходит. На факультатив выходит и сын Анфисы Немытовой. Мама девятиклассника рассказывает, он тщательно подошел к выбору необязательного экзамена. У нас стоял вопрос выбора экзамена, мы это обсуждали в семье и в школе, советовались с преподавателями о возможностях ребенка. При этом все родители переживают. До итоговой аттестации остается не так уж и много времени. Я за своего ребенка всегда переживаю. И, конечно же, мне хочется, чтобы мой ребенок нормально и достойно сдал экзамены. Русский, математика, обществознание, ну и физику. Первый экзамен у девятиклассников пройдет 29 мая. Если школьники получат неудовлетворительную оценку по русскому или математике, или по какой-то причине будут удалены из аудитории, они смогут пересдать ГИА в другой назначенный день. Ксения Иноземцева, Сергей Шемет, Интера ТВ.